Как в большой семье и крепкой команде в Ракитянском районе живут люди дела и каждый год приносят новые победы. В 2018-м районе введен в эксплуатацию новый центр семейной медицины. Глава региона Евгений Савченко оценил опыт участия района в проекте управления здоровьем на отлично. И в этом есть заслуга врача-терапевта с 42-летним стажем в области здравоохранения Михаила Позднякова. Его имя занесено на доску почета. Безусловно, это заслуга всего коллектива, моих коллег, поскольку без них моя работа не была бы успешной. Мы – это первый район. Для нас много было неизвестно, но мы с удовольствием можем от своего коллектива это заверяю, что для нас это работа по силам. Наряду с другими выдающимися жителями района на доске почета за спортивные достижения оказался и тхэквондист Максим Крухмалев. Восьмиклассник успешно заявил о себе на международных соревнованиях и теперь мечтает о главной победе на Олимпийских играх. В прошлом году я ездил в Болгарию, занял там первое место и выбил себе путевку на соревнования в Европе. Сейчас я уже перешел в другую возрастную категорию. Сейчас спортсмены будут посильнее, надо сильнее готовиться к такому же классу соревнований. По итогам 2018 года были отмечены благодарностями еще 214 работников в различных сферах, а почетным гражданином стал Павел Терещенко, генеральный директор компании «Белгранкорм Холдинг». Лучших профессий поздравил новый глава района Анатолий Климов. Всем хочу пожелать постоянно совершенствуйтесь, производите позитивные изменения, но оставайтесь неизменными в главном, в любви к людям, к избранному делу, к нашей родной ракитянской земле. Впереди район ждут годы плодотворной работы и новые свершения. Но самая главная победа у него уже есть – люди. Дарья Гатинцева, Евгений Кравцовский. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.